В городе Елизово проходит активная уборка территорий от снега. Ряд тихоокеанских циклонов, следующих один за другим с начала наступившего года, принес обильные осадки. Основные усилия по расчистке направили на обеспечение непрерывного движения автомобилей по основным дорогам, бесперебойной работы общественного транспорта и пешеходной доступности к основным социально значимым объектам. После прохождения очередного циклона на территории Елизского городского поселения была организована работа по расчистке и вывозу снега. В первую очередь было обеспечено движение автобусного пассажирского транспорта и подъезд специальной техники. Работы организованы в круглосуточном режиме. Сейчас же особое внимание уделяется работам в микрорайонах. Подрядчики чистят тротуары и межквартальные проезды, чтобы людям было удобно ходить по привычным маршрутам. Отметим, что за последние дни с территории Елизовского городского поселения уже вывезено около 10 тысяч кубометров снега, что превышает среднегодовую норму для текущего месяца в два раза.